С чем мы проехали? Алло. Все, все, я это. С утра он где-то уже в базе чисто будет уезжать. Та сторона садится. Ух, блядь. О, пошел. Надо назад ему надо до конца прям. Ух, бля, мужик. Идет очень уверенно, нету намеков, что сядет он сейчас. Вот как бы так, даже крыша степью закидывает. Правда, кидает, по-моему, с матьями грязи. Ну, вот видите, хотели на самомойке помыть, но смысла нету. Сейчас 1005, наверное, только отдашь. Просто, чтобы грязь отбить, легче на мойку уже загнать. Шикарно. Всех с наступающим праздником. Вот мы уже второй день. Гусь прилетел. Выезжаем в поля. Машина проходит испытание. Вот он в таком виде у нас. Что могу сказать? Я просто в шоке от этой машины. То, что мы сделали. В степи она лучше всех себя показывает. Но, наверное, кроме нас в степи на данный момент никого еще нету. Там вообще оврал. Колеса. Наверное, лучше них я пока еще не видел. Вообще не заставляет тебя задуматься, что ты где-то встанешь. Пахота это, вода это, лужи там огромные, там что-то мы не видели в степи. Все это машина терпит. Колеса гребут. Даже на задке очень хорошо себя машина ведет. Идет очень уверенно. Нету намеков, что сядет.